Так, ребят, сейчас картошку вот нарезали, ой, начистили, свеклы много. Я тебе сказала, что это опасно, не надо ноготь отдирать, потому что может быть ранка, можно занести инфекцию. Я же не копастый. Всякое, я тебе говорю, может быть. Никакого ничего. Все, я тебе вытащила эту сменку. И сменку положи. Ну, ёпарасоте, я вот сейчас буду ругаться благим матом на весь дом. Вот это зачем ты туда бросил? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, вот тебе и ой-ой-ой. Будем делать запеканочку. Вечером Витёк принесет сыра, потому что дома сыра нет, я никуда не собираюсь. Да, и я когда ее буду разогревать, фонарик. Сверху сыра. А мне папа подарил такой огромный. Сейчас я вам покажу. А, воды. Надо тебе с собой брать. Мама, ты сменку положила? Нет. Положи, пожалуйста. А где это твоя крышка? А, вот она. Вот, смотрите. Тебе воды, сока? Сока? Воды. Я же теперь направила вам питание. Хопа! Не понял. А. Вот. И вот так вот с фонариком пошел. А тут же есть, опа, и со вторым пошел, опа, и без фонарика пошел, где фонарьки, фонарьки нет, хоп, включил, пошел, посветил на дальнем, хоп, на дальнем. Ты же запоздаешь. Хопа. Мне подруга говорит, Юля, тебе надо, говорит, камеру скрытую поставить. Пап, быстрее, давай, ты снимку положила. А, нет. Быстрее! Положи, пожалуйста! Я же одеваюсь! Сейчас. Маме хоть разорвись. Вот собралась кушать, готовить. Ой, моя Маруся красавица. Прям не могу я. Вам ее видно? Посмотрите пока на Марусю. Зимних пойду. А положу черный один. Хорошо. Ну, знаю, это будет непросто. Смотрела мультик «Том и Джерри»? Фонарь-то сними. Со Шарля был Игорь, такой с красной ручкой, на кровати, с горячей литрой, а Игорь еще не женщина. Серьезно. А крыша пирог, который я приготовлю. Радоваться я, Игорь. Хоть кто-то... Голова у меня побаливает. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Давай, самостоятельно. Что это мой? А ты мне зимние дала? Зимние нет, вот они, на батарее. Ой, какие они чистые. Телефон. Ой, блин. А ты на зарядку не ставила, да? Ставила. Маруся, где? А? Я тебя сейчас прибью. Зачем ты меня будешь прибивать? Ну, хорошо, я тебя чуть скоро не убью. Да, мам? Офигенные эти ботинки. Что, в них ходи? Ой, мама, что-то мне неудобно в них лекопластырить. Подожди, а если я сейчас уберу лекопластырь, не будет эффект? Я просто, мне неудобно. Убирай, разувайся, обувайся сам. Мама, меня ругать не будут? Тебе куда торопиться некуда, на. Ругать за что? За то, что я зиму. Нет, тебя никто ругать не будет. А, и то, что я по школе ходить тоже буду не будет? То, что я по школе ходить буду, них тоже ругать не будет? Ну, вон нормально, они как ботиночки смотрятся. Ну, ладно, я тогда пошу. Придумал тоже. Пока. Давай. Сейчас, подожди, я за тобой выйду, дверь за тобой. Да я пошла. Проходи. Идите вместе. Ну, после сметаны, конечно, она потом побежала немножко. Ну, не суть. Короче, пойдем домой. Игорь, я не смогу спать в доме, где произошло убийство. Слушай, ты будешь у меня дети?
Убийство произойдет сейчас на улице. О, все, ребенка отправила в школу. Боже, в комнате как будто мамай прошел. Что мы идем? В комнате как будто мамай прошел, ей-богу. Короче, я собралась сделать запеканку картофельную. Хочу попробовать. Значит, натираем картофель. Блин, у меня тут ноготь уже этот лопнул пополам. Страшно. Тут не знаю, видно, не видно, короче. Вот тут он лопнул пополам. Эту картошку сама боюсь. Так, я, наверное, буду делать две штуки. 3-4, не знаю. Посмотрим. До конца не дотираю. Потому что, еще раз говорю, я боюсь за свой ноготь. Так. Я задела ноготь. Витёк дома был, воевали. Слишком шумно было. Ушел в это в школу. О, звонит мне Витя. Сейчас, секунду.